Ты в порядке? Ну да. Хорошо. Лодка почти готова, и мы можем вернуться домой. Я не поеду. Что? О чем это ты? Я нашел свое место. Оно здесь, на острове. Джейсон, ты серьезно? Лиза. Я просто пытаюсь понять, что к чему. Впервые в жизни я точно знаю, чего хочу. Я не упущу эту возможность. Совсем взрослый, я целую вечность этого ждала. Ты уходишь? Прощай, Лиз. Лиза, отпусти его. Удачи на Уолл-стрит. Это все суета. Будь сильным. Ага. Просто иди. Ha ha ha.
Оля! Эй! Слушай, хватит гундеть, потому что Оля остается здесь с доктором Мэ. Ты должен вернуться. Зачем? Ты знаешь, зачем. Сказать маме. Черт. Ладно, ладно. Я сделаю. Береги себя, ладно? Ты тоже. Я буду скучать. Потом поговорим. И уходи. Спасибо, что... Береги себя, ты в этом хорош. Тяжело. Хуже, чем я думал. Ладно, к делу. Итак, агент Уиллис. Я остаюсь. Я нет. Операция в России идет полным ходом. Я включен в состав ОТГ-141, лечу вечером. Хорошо поработали. Спасибо. Слушай, пока ты здесь, есть просьба. Помоги мне достать Хойта. Это невозможно. Проще грохнуть Папу Римского. Впрочем, можешь попытаться. Когда-то у меня там был агент, и он еще жив. Вроде. Поможешь попасть туда? Я пролечу над островом Хойта по пути в Россию. Можешь прыгнуть? Координаты скину. Отлично. Буду там. Вылет через несколько минут. С тобой или без тебя. Выручай! Тебе крышка!
Давай! Разве эти красные забрали ветер из его парусов? Я исправлю! Им идет подмога, прикрой!
Джейсон! Залезай! Ты летишь на этом в Россию? Ты что, сдурел? Я пересяду в Сингапуре. Ты слышал, что они запретили жвачку в Сингапуре? Жвачка — это историческое прошлое Америки. Таким образом, они фактически объявили войну дяде Сэму. Спасибо. Залезай. Я сказал, залезай. Да, кстати, мой человек, Сэм, служит в армии Хойта. Если просвистишь звездно-полосатый флаг в Терстоне в паре здоровый хрен, он поймет, что ты от меня. Я всю свою жизнь отдал управлению. И мне не удалось избежать ошибок, но я всегда был патриотом. Да, сэр! Мы почти вылетели из джунглей! Ха-ха-ха! Офигеть! Здоровый хрен существует. Эй! Эй! Пиво? Да. Я ищу друга. Наемника Сэма. Я знаю одного Сэма. В задней комнате играют в покер. В основном это парни Хойта. Попробуй что-нибудь придумать, чтобы тебя туда пригласили. Ты куда? Догадайся. Сыграть в покер. Если нет денег на ставку, не трать время зря.
Хватит? Хорошо. Ты в игре. Чек. Думаю, с меня хватит. Ну и катись. На кого ты работаешь? Я от Виллиса. Как он там? Я за него переживал. О нем ничего не было слышно все эти годы. Ну, он в порядке вроде. Лос! Лос! Куда он пошел? Вокруг меня одни бандиты. Это тяжело. Но их так просто одурачить. Все считают меня плохим парнем, потому что я приехал из Германии. Меня повысили в звании из-за акцента. Садись. А теперь, что за задание? Хочу убить Хойта. Шайзе. Постой. Ты же Джейсон Броди, а? Это ты прикончил Васа? Да.
Почему ты сразу не сказал? Надо тебя спрятать. Хойт выпустит тебе кишки. Это будет непросто. Ты стал жертвой своего успеха, я? Теперь туземцы нападают на Хойта, а он возводит укрепление. Мы должны уничтожить всю организацию, иначе убивать его нет смысла. Пока Хойт не знает тебя в лицо. Если бы не эти... Что ты задумал? Найн-найн-найн. Хотя я... Точно. Ты должен стать наемником. Не спорь со мной. Это задание для двоих, и ты нужен мне здесь. Начнем с главного. Ты не должен выделяться. А? Украдем униформу. Новобранцев высаживают на берег в порту. Найди одного, забери у него все и избавься от трупа. А после этого свяжись со мной на этой частоте. Алло? Дейсон, ты попал на остров Хойта? Да. Ты почти дошел до конца пути. Цитра уверена, что ты станешь самым сильным воином племени. Все Татао будут твоими, если выживешь. Гарантирую. Я знал, Джейсон. Дойти до центра можно, лишь отбросив прошлую жизнь прочь. Лишь Цитра и путь важны. Я знаю, что делаю. Удачи.
Чуваки, тебе! Никто не должен видеть меня, пока я не сменю форму. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Прыгать в воронку. Большой риск. Ты думаешь, что я вру, но это правда. Я думаю, что ты ошибаешься, Майк. Буду еще тоже тут все за тебя. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. И почему приходится спать в этой дыре? Песок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Я
Я должен попасть внутрь. Приятно. Почему я сплю в этой дыре? Я должен попасть внутрь. Ты думаешь об этом?
дело. Это не так трудно. Какого хрена? Сейчас подадут. Я должен попасть внутрь. Чёртова жара! Что это было? Что это такое? Что? Опять? Ничего не понимаю. Так, что-то тут не так. Начинает меня вести. Должен попасть внутрь. Вся жопа вспрела.
песок с водой, песок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Знаешь, что я хочу? Нормальную постель. Я должен попасть внутрь. Начинает меня бесить. А это что? Да. Хоть приятно. Эй, кто идет? Я тебя слышу. Что такое? Эй, что это было? Сейчас не хватает нормальной постели. Я должен попасть внутрь. Чего я позарился на эти гроши? О, идиот! Да, что-то не так. Что это такое? А это что? Песок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Я должен попасть внутрь. Thank you.
дороже, чем здесь платье. И что ты думаешь об этом? И почему приходится спать в этой дыре? Ненавижу это место. Я должен попасть внутрь. Сэм, я готов. По документам парня звали Фостер. Как дальше действовать? Будь Фостером. Не забывай быть доверчивым. Ты должен сам поверить в свою ложь. Так.
Так, Хойт хочет лично проверить пополнение. Всем построиться в шеренгу. Проверки тость. Чисто. Дела. Давай, иди. Следующий. Все. Давай, давай, проходи. Ты все? Все, дальше. Ты чист, Фостер. Пс. Нужно послать домой денег с получки. Хочешь рубить бабла? А нахрена я тогда приехал? Местный заправил у вас недавно приставился. Его империя осталась без присмотра. Его парни пользуются моментом, а мы почему нет? Как же Хойт? У Хойта полно своих проблем. Ему не до этого. А еда может протухнуть, если ее не съесть, верно? Прям в точку. Ладно, иди послушай речь. Эй! Жопа это прям. Проболтаешься о нашем разговоре. Считай, ты труп. Эй! А, мои румяные новобранцы! Врать не буду. Мы все здесь ради бабла. Но просыпаясь утром, я думаю, счастливы ли мои люди? Ненавижу это дурацкое место. Мой отец, земля ему пухом, был шахтером. Каждый день он вставал на рассвете, выкуривал сигарету и отправлялся под землю. Для этого чудесного, чудесного человека компания была богом. Я сохранил это отношение к моему скромному бизнесу. И я ожидаю от вас того же. Итак, в компании есть три главных правила. Первое. Беречь мой товар. Вы можете их трахать, но нежно. Второе. Убивать любого туземца. И, наконец, всю прибыль отдавать мне. Я все понимаю. Но если вы нарушите одно из этих правил... Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Большая выкласть на огне, пока кожа не лопнет, как у цыпленка. Ладно, хватит болтать. Если и хотят приходится уничтожить труд моей жизни, мою гордость и отраду, покажем им, что такое бизнес. Совсем забыл. 3 месяца. Личный остров. Ну хоть платят стабильно. За голову Джейсона Броди. Я выгрузился. Теперь ты можешь затеряться среди наемников. Но они не должны засечь тебя за чем-нибудь подозрительным. Вроде убийства, поджога или чего-то в этом роде. Обмани их, Джейсон. Один из людей Хойта сделал мне предложение. Несколько предателей хотят обокрасть Хойта. Я думаю, убить их, чтобы Хойт мне доверял. Ну да, дрезденский трюк. Хороший план. Быстрее было бы убить Джейсона Броди, но это нам не подходит, я? Я наблюдал за предателями изнутри. Ими руководят 3 капитана. У одного из них должен быть список, в котором все члены банды. Убей их, список. И я шепну Хойту, что ты отличный солдат. Где их база? В старом храме.
Я дам тебе координаты. Берегитесь, капитаны. Как поживаешь? Катастроф, жопа. Точно знаю. Не лезьте в свои дела. О, да, я слышу тебя. Сейчас не хватает нормальной постели. Как дела? Последнего что-то есть.
Берегитесь, капитаны. Осторожнее. Как дела? Надеюсь, дождя не будет. Ничего. Снова пусто. Может, у последнего что-то есть? Еще две недельки и да. Не список, но что это? Записка? Я пришел в храм. Убил трех парней. Пусто. Списка у тебя так и нет. Я печален. Я. Да. Но я нашел записку. Они встречаются через пару дней. Это важно. Тогда список будет у них. Я снова счастлив. Сейчас я должен сделать одну работу для Хойта. Пойдешь со мной за компанию? Да. Вундеба! Встречаемся на плантации. Мне нужно кое с чем разобраться. Пираты напали на плантации Хойта и заминировали поля. Нужно обезвредить мины. Ладно. Готов. Блицкриг!
Серьезно? Здесь был бой. Я. Хойт пошлет своих псов убрать тела. Класс. Я разрежу мину. Прикрой. Против нас! Ему негде прятаться! Ты сдохнешь!
Пробейтесь вон к тому орудию. Мне так спокойнее будет. Я! Я скажу Хойту, что ты работал со мной. Под маслом босса, я? Но у меня нет списка. Я о списке. Меня осенило, где он может быть. В заброшенном поселке в ущелье. Ладно, проверю. Не забудь заснять виновников! Вперед, прикройте! Ему нет, я прятался!
подходим с востока. Вот это место. Надо сделать снимки главарей. Отсюда все будет видно.
Хоть приятно. Ждем. Вот этот список. Я заберу его. Ты что творишь? Ого! Надо найти черта. Черт, их нужно остановить! Вот тебе граната, скотина! Я заберу его. Надо найти взрывчатку, а то грузовик уйдет. Я заберу его. Надо найти взрывчатку, а то грузовик уйдет. Черт, их нужно остановить! Зачем?
Отсюда сваливать. Ушел. Сэм, готово. Я достал список. Гуд, я скажу Хойту. Готовься к рандеву. Войди в роль и ожидай у ворот его дома. Oh,
Джейсон. Как твои планы убить Хойта? Я силен, как никогда. Передай Цитре, что я убью Хойта. Не беспокойся. Я всегда на стороне Цитры. Сделай непроницаемое лицо. Права на ошибку нет. Пошли. Как поживаешь? Это Фостер. А, спасибо, Сэм. Иди покури. Ты, садись. Где список предателей и фотографии? Вот. Отличная работа, парень. Хочешь сигару в честь победы? Ты устроил неплохое шоу. Вообще не курю. Ты боишься рака легких? Это хрень. Тебя убьет не рак. Так, ты хочешь войти в число моих приближенных, Фостер. Но знай, я вижу людей насквозь. Ты не поседа. Ты берешься то за одно, то за другое. Просто ничего не подходило. Хорошо. Скажу по секрету, знаешь, что делает твоих людей счастливыми? Страх. Итак, хобби. Кулинария, живопись, кино, наркотики. Какое твое? Люблю охоту. Я сам охотник. Благородная профессия. Если мы говорим о настоящей охоте. Я могу предложить тебе отправиться на рынок рабов в Рио, Гонконг, Нью-Йорк. Это всемирное предприятие. Глобализация. Это будущее. Со всех концов света привозят товар мне. Возьми американскую промышленность. Они маркируют линзы цифрами 1, 2, 3, чтобы я мог их видеть, если надел линзу наизнанку. Но почему 1, 2, 3, а не А, Б, С? Чтобы можно было продавать их в любой стране. И угадай, что происходит, когда я их ношу. Вы не видите 1, 2, 3? Вот это самое удивительное. Вот это и есть прогресс. Это цивилизация. Кое-кто просто этого не понимает. Видишь эту лодку? Я удерживаю ее и экипаж, чтобы получить выкуп. Но владелец не хочет вести переговоры за пределами своей страны. Я предпочитаю европейское исполнение. В американских оркестрах слишком громкие духовые. Покупаются и продаются по всему миру. Так же, как и контактные линзы. Мой продукт универсален. Так, я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Тут внизу есть пленный. Узнай, кто он есть и на кого он работает. А затем избей его до потери сознания. Сэм пойдет с тобой. Ладно. Я буду следить за тобой через камеру. Не часто приходится видеть профессионала за работой. Эй! Не разочаруй меня. Пираты остались без вожака-психопата, теперь они еще менее предсказуемы. Становится все интереснее. Ходят сплетни, что вас убит. Я король мира! Откуда это уходит-то? Я поражен. Он не придет, кто шлепнет броди, получит кучу бабок. Чувак, ты же знаешь, твой брат вечно делает что... Сюда. Конец наступит? Делай дело, и Хойт поверит тебе. Верь в свою ложь. И помни, улыбайся, ты в объективе. Вот, пленник для допроса.
Блять. Райли! Кто ты? Твое имя? Что? Твое имя! Нет! Райли Броди! Ах, май год. Кто привез тебя на остров? Мой брат. И где Джейсон сейчас? Я не знаю. Он думает, ты мертв? Я задаю вопросы! Где он держит друзей? Я не знаю, я просто хочу уйти отсюда. Камера выведена из строя на 38 секунд. Райли. Тут Джейсон? Ты жив? Какого хрена? Ты с ними? Нет, я вытащу тебя. Понял, понял. А где Грант? Его нет, но я здесь. 26 секунд. Окей, мы уходим. Найн, если так, считай, что сам его пристрелил. Мы должны устроить саботаж и убить Хойта. Отвлекаем охрану, а Райли убежит. Найн, он не сможет выйти из здания. Послушай его, а? Я не смогу сам. 9 секунд. Избей его, или Хойт все поймет. Что? 5 секунд. Хорошо. Давай, давай. Только обещай, что вернешься за мной. Кем я стал? Оставь его. Хватит. Ты лучший игрок в покер, кого я знал. Нужно выпить. У тебя получилось узнать его имя. Неплохое владение кнутом и пряником. Ты мне понравился, парень. Слушай. Я приглашаю тебя сыграть со мной в покер. Сэм, тебя тоже. Есть деловой разговор. Назначьте время. Я всегда свободен. Хорошо. Отлично. Я передам приглашение через Сэма. Ночь покера! Я хочу убить его. У меня есть план. Мы выведем из строя коммуникационную сеть Хойта и взорвем склад горючего. Паника в его гестапо позволит нам казнить Хойта во время покера и спасти Райли. This is good, я? Yeah? Да, очень. Я. Встретимся на складе горючего, когда ты разберешься с центром связи. Это оставит его людей без глаз и ушей, я? Yeah? Становится...